В интернете появились кадры не для слабонервных. Их снял пассажир рейса Абу-Даби-Джакарта. На видео все, что происходило в салоне, когда лайнер попал в зону сильнейшей турбулентности за 45 минут до посадки. Трясло так, что в отсеках для багажа лопнула внутренняя обшивка. Сообщается, что воздушное судно в итоге благополучно приземлилось. Его встречала команда медиков. Более 30 человек получили незначительные травмы. Им оказали помощь прямо в аэропорту. А вот 9 пассажиров пришлось отправить в больницу. Состояние некоторых вызывает серьезные опасения.